Показываю, как пить Daily Habits Kit. Здесь целиком лайфлонг, пробиотик, пребиотик, мазь Deep Blue и 5 масел. С утра, проснувшись, не успев протереть глаза, баланс на подошву или на шею. Потом умылись, идем пить водичку. Или сначала водичку, потом умываться кому как. С лимоном. Капельку две в воду. Как это все действует и для чего, я отдельно рассказываю, вы в курсе. Потом, ну, я натощак обычно, чем-то позанимавшись, там, помедитировав, книжки почитав. У меня своя смесь, но вот в наборе предполагается ладан под язык. Капли две. То есть вот это утро. С едой. За завтраком мы съедаем по две штуки лайфлонга каждого, один пробиотик и один пребиотик. И пробиотик мы отставляем до утра, мы его пьем только по одной утром штуке, один раз в день. Здесь их 30 штук, поэтому на месяц. В течение дня так называемый pick me up. То есть, чтобы одинаковую бодрость сохранять и в 11, и в 3 часа, и в 6. Лимончик подышать, выпить водички, заодно детокс и заодно от сахара. Ну, можно с ладаном там разок-другой взбодриться. В обед один тирозайн с едой. Ну, с любой едой в течение дня, там в районе обеденного времени. Вечером, придя домой. Онгард под язык или внутрь выпить. Это важно, потому что это снимает общий фоновый уровень воспаления, тогда как весь этот набор работает на омолаживание и воспаление, убирая, помогает организму силу направлять именно на омолаживание. Поэтому даже если на улице жара и у нас нету сопелек и ничего нету, все равно онгард мы пьем. Я его пью там с другими, с маслами, но в наборе он подразумевается один. Потом за ужином все то же самое. Две, 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 одна. Итого мы пьем лайфлонг две утром, две вечером. Пребиотик тирозайн мы пьем по одной, три раза в день с каждой едой. Я их просто так, чтобы не запутаться, ну, чтобы машинально, когда выпьешь, потом думаешь, выпил или нет, отсыпаю себе то, что мне надо на день, вот сюда. И я вижу, выпил я или нет. Лаванда. Вечером пришел, до, после ужина, там как удобно, развеяться, чтобы не приходить в себя, не очухиваться вечером до ночи, в изнеможении пребывая. Развеялся. Снова, ну не то что бодр, но расслаблен, спокоен, голова ясная. И потом лаванду еще на ночь, то есть в контексте грамотной подготовки ко сну мы ее применяем, придя домой, ну или куда-нибудь там придя, чтобы вот это дневное все смыть. После чего мы на ней засыпаем, на шею, на подошву ее. Развеяться можно, просто подышать, там о чем-то хорошем подумать, там помедитировать, почитать что-то, намазать куда-нибудь или воткнуть диффузор, пока чем-то занимаешься. Deep Blue зачем? Набор подразумевает полноценный уровень жизни на всех уровнях wellness-пирамиды, один из которых это физическая активность. Поэтому хочешь не хочешь, двигаться придется, и у тебя должен быть не менее определенных там количество калорий физической активности в день и метаболизм сжигающий там не менее заданных дров. Поэтому, начав шевелиться, особенно если ты этим не занимался, у тебя что-нибудь начнет тебе мешать, там пресс забиваться, суставы побаливать, связки застянутые. Так вот, чтобы они тебе не мешали, ты заранее, ну и когда уже понимаешь, где болит,
Не дожидаясь, когда заболит, тоже для профилактики с определенной регулярностью мажешь их деблю и занимаешься. И тем самым ты не страдаешь там 3 раза в неделю по 15 минут реально, и еще там по полдня прокрастинируя перед этим и по полдня переживая после этого, как ты бессовестно позанимался, а без всяких эмоций, там только с удовольствием. Заранее намазанный, быстренько взял, 20 минут там позанимался, 7 минут разминки, 7 заминки, там 10 минут упражнений или еще как-то в своем графике. Тебе не мешает твоя неподвижность, твоя скованность, твои возрастные там или какие-то еще особенности, в силу которых ты не мог там, то или иное дело тянуться, прыгать, отжиматься, подтягиваться. Все что угодно. И деблю тебе обеспечивает уровень физической активности. Если ты будешь на этом экономить, на всем, то не получишь того эффекта, который от него ожидал за свои деньги. Если грамотно и полноценно им пользоваться, то эффект, разумеется, превзойдет ожидания.